родители, учителя, мы очень рады видеть вас и в этот день, и в этот час. И праздник, чтобы начать, выпускников начальной школы, пора нам приглашать. Встречайте! Пришел. День сегодня совсем необычный. Собрались мы сегодня, друзья, чтобы проститься с начальной школой. Это сделаем вы и я. Сегодня в теплый майский день улыбки озаряют нас. Учеников сегодня встретит последний раз 4-й класс. Сейчас же на пороге праздник, наш первый в жизни выпускной. Начальной школы миг прекрасный, пусть вспыхнет яркой звездой. А в сторонке стоят родители и с волнением на нас глядят, будто в первый раз увидели нас, повзрослевших ребят. Вот звонок звенит, заливаются, смолкли детские голоса. У ребят сейчас начинается жизнь новая полоса. Года, все как несколько мгновений, так незаметно, быстро все проходит. Мы выросли, и в этом нет сомнений. И вот уже мы в пятый переходим. Сегодня день у нас такой, и грустный, и веселый. Ведь мы прощаемся с родной своей начальной школой. От имени тех, кто все 4 года постоянно думал о нас, помогал нам, радовался нашим победам, делил с нами радость и грусть. От имени нашей школы к вам обращается директор Татьяна Альбертовна Тиханюк. Коллеги, у нас сегодня с вами торжественное мероприятие, которое посвящено выпускникам начальной школы. Ребята, вы прошли только первую ступеньку длинного пути по дороге образования в нашей школе. Впереди вас ждет еще очень много трудных задач, которые вам предстоит решить. У вас впереди государственная итоговая аттестация, пройдя которую вы получите свой первый документ об образовании. Поэтому про игрушки вам придется забыть. Предметов у вас будет очень много, которые нужно будет не просто учить, их нужно будет очень хорошо учить. Я думаю, что обучаясь в начальной школе, вы уже понимаете, да, что только трудолюбие, усердие, регулярное выполнение домашних заданий могут принести вам хорошие результаты.
быть взрослыми и со второго этажа одного корпуса, и из целого здания нашего корпуса, где размещается начальная школа, безумно хотелось войти в здание старшего и посмотреть и послушать, как же здесь живут. Вы преодолели первую ступень нашего образования, и впереди у вас еще долгая и длинная дорога. Все вы одаренные, все вы талантливые, и все мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие сестры и братья, особенно младшие, желают вам наверняка, чтобы вы были самыми счастливыми, самыми удачливыми в жизни. И несмотря на то, что учебный год заканчивается и не очень баловала нас весна теплом, вы видите, какой сегодня удивительный, солнечный и по-настоящему будет жаркий день. Здравствуйте, уважаемые родители, ребята, учителя. Я хотела бы вас, всех вас поздравить с окончанием начальной школы, с последним звонком. Летом хорошо всем отдохнуть, набраться много сил и показать то, что вы достигли в четвертом классе. В пятом классе не растерять, а наоборот еще улучшить свои результаты и не подвести своих первых учителей. Хорошего, прекрасного лета, чтобы пришли все с впечатлениями, здоровыми, красивыми и с хорошим, самое главное, настроением. Всего вам доброго! За эти годы мы учились читать, писать, дружить, жить по правилам нашего родного школьного дома. Добрый день, студенты. Добрый день, студенты Шармани. Главной новостью сегодняшнего дня является праздник 4 класса, посвященный окончанию начальной школы. Репортаж с места событий. В школе номер 167 имени Машкова Говорова находится наш корреспондент Давыдова Алиса. Ей слово. Здравствуйте. Мы находимся в актовом зале общеобразовательной школы номер 167. Здесь собрались выпускники, их родители и гости. Мне удалось взять интервью у четвероклассников. Арина, что тебе дала начальная школа? Школа меня научила писать, читать, давала очень много хороших друзей. Я их никогда не забуду, так же, как и свою начальную школу. Спасибо. Вероника, что тебе дала начальная школа? Мне дала начальная школа друзей, научила меня выигрывать и проигрывать. Я люблю свою начальную школу. Алеша, а что тебе дала начальная школа? Мне начальная школа дала знания по русскому, математике, чтению, талант к творчеству и очень много друзей. Горела я от нетерпения. Ах, как хотелось бы скорее зайти.
домашние задания, уроков расписания. Теперь мне надо рано ложиться и вставать. Я выучу все буквы, я стану очень умным. Я буду как взрослый, читать, писать, считать. Мы теперь ученики, нам не до гуляния. На дом задали крючки, первое задание. Вот мы с мамой за столом дружно распеваем. Вниз ведем, 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 плавно закругляем. Но противные крючки с острыми носами у меня из-под руки вылезают сами. Телевизор не глядим, сказки не читаем. 3 часа сидим, сидим, плавно закругляем. Поздно вечер спать идем, сразу засыпаем. И во сне ведем, ведем, плавно закругляем. Малышами, держа в руках цветов в букет, а мамы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, Спасибо.
Добрый день всем! В эфире нашего школьного канала передача про лучших выпускников. И сегодня мы торжественно вручаем медаль «Лучший ученик 2017 года» тем, кто лучше всех окончил начальную школу. Для вручения награды. Копеева Екатерина. Маме с папой учиться сейчас нелегко. Все это знают. Все,
что в школе учитель нам на дом дает, они повторяют. И сегодня родители вместе с нами в 5-й класс переходят. Вместе нам предстоит еще много лет по школе дома. Плохое поведение. Видно, что-то натворил. Значит, у поведения падеж творительный. Вова виновато молчал. Значит, здесь у Вовы падеж винительный. Но обещание, конечно же, в дательном падеже, ведь он его дал. Вот и все. Да, оригинальный разбор получился. Неси-ка дневник, Никита. Интересно, какую оценку ты бы предложил по себе поставить? Какую? Конечно же, 5. Пятерку? Кстати, в каком падеже ты назвал это слово «пятерку»? Предложном. Предложном? Почему же? Я же ее сам предложил. Прощаться с нами рано не спешите. В 5-м классе вы нам помогите.
и день свершений, новых планов или движения вперед. Пускай работа в нашей школе вам только радость принесет. Первым учителям посвящается. Важно всегда, что не говорите, будет для нас человек. Что называется первый учитель, мы не забудем вовек. Большое спасибо вам за старание, знания нам донести. Будутся пусть все ваши желания, счастья, любви на пути. Освещается учителям английского языка. Сегодня в нашем классе все меньше русских слов. У девочки с пленок любой сказать готов. Знание иностранных языков сейчас никуда. Нас английского учили, давали нам все силы, чтобы каждый ученик иностранный знал язык. Посвящается учителя физкультуры. Прыгаем, бегаем, ловим мячи. Вырастут из нас только силачи. Этот любимый урок зачеты в срок сдаем. Всегда с урока счастливый мы идем. Посвящается учителю музыки. На уроках музыкальных нас учили дружно петь, танцевать, играть и слушать. На соседа не смотри, композиторов различных. Вы открыли нам секрет, и без музыки отлично. В жизни радости нам нет. Воспитателям группы продленного дня. КБД свои порядки, есть задания без драки. Нужно чтение проверить и обедом накормить. Обсудить проблем в классе, на прогулку всем сходить. Психологам посвящается. Психологу ребята ходили на занятия, там формы изучали и разные понятия. Со страхами боролись и тесты рисовали. Раскрашивали, елочки с грибочками считали. И много говорили об умном и о важном. А вдруг и мы, психологам, вырастем однажды. Логопедам посвящается. Логопеды учат деток без ошибок говорить. И мы их должны за это дружно всех уверить. За все тропки и пути, чтобы могли они пройти. За каждый день, за каждый час, за силы. Данные нам, за мир распахнутый для нас. Логопеды, спасибо вам. Счастья и мечты.
пока все дома подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч в эфире. С вами были ведущие Яков Ува и Криволапова Полина. Педагогического совета от 24 мая 2017 года все ученики 4 класса переведены в 5 класс. Наши 4 классы населяют 106 учеников, 54 мальчика, 52 девочки. Языков 106, из них болтливых 45, глаз 212, из них 36 карих, 10 голубых, 35 серых, 25 зеленых, 80 добрых, 21 дурных, 5 различных. Особые приметы: шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные, любознательные, в общем, привлекательные. Любимый день недели – воскресенье. Любимое время года – лето. Любимые уроки – физкультура, математика. Общее настроение – радостное и веселое. В течение 4 лет обучения детям пришлось преодолеть экзамен за курс начальной школы. Могут изучать предметы следующей ступени образования и переведены в 5 класс. А как же без астрологии? Дорогие ребята, сейчас вам вручат первый документ – диплом об окончании начальной школы.
слово представляется куратору Вере Александровне Прокопьевне. Выпускной диплом. Приглашаю сюда классного руководителя 4 А. И вручаю ей ваши дипломы 4 А. Удачи! Дипломов таких прекрасных! Посмотрите, тоже шикарные наши дипломы, тоже первые. 4 Б получает классный руководитель. Это вам спасибо. 4 класс В получает классный руководитель. И, наконец, наш 4 Г. Совете, мы, наверное, будем вручать дипломы вашим классным руководителям, когда подведем итоги нашего учебного года. Всем счастья! Наших родных детей за то, как замечательно у нас сегодня получился праздник. Мы благодарим наших родителей за помощь, за отзывчивость, за доброту. Мы благодарим нашу администрацию, учителей. Спасибо вам всем большое. Как жаль, что мы сегодня с вами прощаемся. Thank you.